Нихао, леди и джентльмены, рад приветствовать вас на канале topchainob.ru. И сегодня я был в магазине Away, в брендовом магазине в городе Шэньчжэнь, на рынке Хаочанбэй. И там я увидел две новых модели от компании Away. Это наушники, Bluetooth наушники, причем они еще и проводные. Здесь кабель в комплекте идет, сразу секрет приоткрою. Я у них спросил, сколько стоит, думал увидеть, услышать что-то стоимость в районе $20, 25, как обычно у них это бывает. И они мне озвучили цену, которая при опте на, скажем, там 100 штук, примерно до там, $12 получается. То есть очень дешево, учитывая крутость этих наушников. Это две модели Away A800BL и Away A700BL. Распакуем каждую, посмотрим, что внутри. Начнем вот с модели 700, я пока 800 и уберу. Черная красивая коробка, она легкая, в отличие, например, от предыдущих Bluetooth наушников, там коробка была больше килограмма, то есть дорогая доставка. Здесь же она легкая, где-то, наверное, грамм 350, то есть они очень легкие сами по себе. Но крутая, классный принт, причем это все такой объем носит, здесь глянцевая бумага, сами наушники, как будто наклейка. А все остальное матовое, здесь тоже глянец. И написано, что это Bluetooth Stereo Fashion Sport наушники с кабелем. Здесь у нас на другой стороне есть спецификации, причем даже есть спецификация на русском языке. Выходят на русский рынок, здесь Bluetooth версии 3.0, хотя на наушниках написано 4.0 сзади, но окей, пусть будет 3.0, неважно. Они хорошо играют музыку. Далее, здесь радиус действия 10 метров, это понятно, профиля Bluetooth, тип батареи, здесь 3000 мАч батарейка, да, здесь это указано, до 5 часов музыку проигрывает. Может быть даже до 6, смотря какая громкость, насколько условия соответствующие. Ну и сами наушники сзади вот нарисованы, они действительно очень стильные. Ритейл упаковка, она отлична, как всегда у Away. Но посмотрим, что из себя представляют сами наушники. Вот так вот они в комплектации смотрятся. Здесь идет помимо самих наушников вот такой вот длинный тканевый кабель USB mini jack 3,5 мм, который позволяет подключить наушники к компьютеру, к телефону в мини jack, если у вас не 7 iPhone. И здесь же есть микрофон, кнопка приема звонка, то есть это полноценная гарнитура. Дальше идет USB кабель для зарядки самих наушников, и вот они A700BL, желто-черные. Кстати, вы на экране видите фотографию. Бывают они и в других цветах, вот сейчас на фотографии видно всего 4 цвета, но я купил себе вот такие вот желто-черные, потому что они мне показались самыми красивыми. Ну а теперь более детально про наушники. Начнем с верхней части, здесь есть логотип Away, это кожзам, приятный на ощупь, они хорошо гнутся, здесь что-то твердое, типа пластика используется. Основное воздействие у нас оказывается вот на эту часть, здесь механический элемент. Но он выполнен из металла. То есть основной каркас, он металлический, поэтому наушники можно будет 1000 раз, наверное, туда-сюда вот так вот вытаскивать, вставлять. Ну и плюс эта вот часть, она вращается. А с другой стороны все то же самое. И вот такой вот тоже тканевый проводок. Тканевый, говорят, дольше служит, чем какой-нибудь пластиковый. Поэтому хорошее решение от Away. Сами наушники желто-черные. Все выполнено из качественного кожзама, который не воняет. Здесь среднее качество музыки, они играют достаточно хорошо, учитывая стоимость, это великолепно просто. И фишка этих наушников в том, что вот здесь у нас снизу кнопочка включения, есть здесь же микрофон, сюда же подключается у нас провод. И в них сенсорное управление, то есть вы можете регулировать громкость или переключать мелодии с помощью вот этих вот двух сенсорных кнопок, которые текстурированы под кожу. Это очень необычно, и я попробовал, это действительно прикольно, то есть легкое прикосновение позволяет громкость увеличивать или уменьшать. Сейчас попробую приблизить, чтобы рассмотреть эти кнопочки. Я не знаю, видно ли вам или нет, но здесь даже есть стрелочки небольшие, вверх и вниз. Очень классное решение от Away, и учитывая стоимость, наушники просто огонь, как самостоятельный товар, так и какая-нибудь допродажа или какой-то дорогой премиальный подарок к дорогому товару из Китая. Например, если вы продаете, не знаю, велосипед и хотите подарить своему клиенту крутые наушники, вот можно рассмотреть этот вариант. А если не этот, то у Away есть другой. Сейчас мы на него тоже посмотрим. Вот такая вот бело-зеленая коробка. Здесь у меня наушники серо-зеленые, их тоже есть 4 цвета. Вы сейчас на экране видите фотографию, на которой отображены все возможные цвета наушников и упаковка под них соответственно. Это модель A800BL. И это очень, опять же, неплохие наушники, учитывая стоимость, она идентична предыдущей модели, такая же абсолютно цена.
Тоже имеют они провод, сейчас мы поподробнее посмотрим, ну и ритейл-упаковка здесь на высоте. Молодцы китайцы, тоже есть надпись на русском языке, спецификации, то есть это поможет, конечно, продавать в России, например, на Украине, в Казахстане, то есть в наших странах. Распакуем, посмотрим, что внутри. В принципе, такой же типа блистер. И такой же набор у нас идет здесь, помимо самих наушников, мы их отложим. Тоже идет провод проводной и провод для зарядки. Провод проводной я сразу подключу, покажу, что это такое, опять же, поподробнее. Это тканевый длинный провод, который позволяет использовать эти наушники как гарнитуру или как проводные наушники. Например, подключить их к компьютеру, играть в Counter-Strike, я не знаю, во что там сейчас играют люди. Или, например, подключить плееру, слушать музыку, не садить батарейку. Это классное решение, плюс здесь есть встроенный микрофон и управление приемом звонка функции тоже есть. Сами наушники выглядят премиально. Действительно, хорошее очень решение, классное сочетание цветов. И здесь, в отличие от предыдущей версии, используется не только кожзам, как на берушах вот здесь вот или здесь вот, чтобы не давило на голову, но и пластик. То есть здесь видно, что эта часть пластиковая, но она опять же хорошо гнется и стойка к каким-то воздействиям. Металлический шарнирчик вот такой вот, такая вот основа, которая позволяет выставить высоту с приятной вставкой из пластика под цвет самих наушников. Здесь серо-зеленая, здесь у нас зеленая такая вставочка, текстурированная под дерево что ли. Симпатично смотрится. Снизу кнопка включения, вот она здесь. Включаются наушники, начинает мигать индикатор. Синий говорит о том, что нужно сопрести его с каким-то Bluetooth устройством. Но если у вас нет Bluetooth устройства, вы можете вставить USB кабель сюда и подключить этот провод к любому разъему мини-джек 3,5 мм и слушать музыку напрямую через провод. То есть это беспроводные наушники с Bluetooth, с гарнитурой, я не знаю, с сенсорным управлением. Опять же, вот две сенсорные кнопочки. Здесь отчетливо видно, что они есть. Они действительно работают. Вот, даже слышно, как пищат. Класс. Но по цене проводных наушников. Действительно классное решение за $12 с классной ритейл-упаковкой. И с таким вот приятным, действительно приятным дизайном. Они не воняют. То есть здесь хорошее качество материала. И теперь можно сравнить эту 800-ю модель с 700-ой. У них главное отличие, это, конечно же, вот здесь вот. То есть это размер самих колоночек. Здесь побольше, они полностью закрывают уши. Здесь поменьше, более такие стильные. Наверное, более спортивный вариант, а здесь более повседневный компьютерный вариант, когда вы сидите и слушаете музыку за рабочим местом. Это было двое наушников от компании Away, модель A800BL и A700BL, которые можно купить оптом из Китая. Ссылки на эти наушники вы найдете в описании ролика, если смотрите его на YouTube, заходите по ссылкам. Там вы найдете еще, наверное, какую-то технику у нас на сайте от компании Away, все-таки это одна из неплохих таких компаний в среднем ценовом сегменте, у которых хороший ритейл и прикольный модельный ряд всяких аудио и других гаджетов. А я благодарю вас за просмотр видео, подписывайтесь на канал, следите за новыми обзорами и удачи вам в бизнесе!